А это мне недавно с женой сели ужинать, и не понравилось мне. Она сразу подавилась. Не, ну обычно не сразу, тут сразу. Я еще сказал, не заглатывай кусками. Что ты как волк? Куда ты торопишься? Мы сегодня никого не ждем. Только сказал звонок. Подошли тихонько к двери. Жена спрашивает. Кто там? Оттуда. Не пустите ли переночевать? Мы в Москве живем. В самом центре, на 6-м этаже. Жена остолбенела, но через минуту взяла себя в руки. Подошла тихонько к двери. Спрашивает. Кто там? Оттуда, не пустите ли переночевать, люди добрые. Как в старину стучали в первую попавшуюся избу, их впускали. Кого? Незнакомых людей. Ну, глазка у нас нет, но по голосу мужчина лет 40, рожа бандитская, 2 метра роста. Ну так вот калошницей дверь подперли. Я говорю, первая попавшаяся дверь на 1-м этаже. А вы на 6-й забрали. Я выбирал, куда наверняка пустят. Храни вас Господь. Здоровья вам и вашим детям. На жену смотреть жалко. Ну, она перекрестилась 3 раза. Взяла себя в руки, подошла тихонько к двери. Спрашивает. Кто там? Не пустите ли переночевать? Я говорю, мы бы с удовольствием пустили, но не можем дверь открыть, замок сломался. Бандит, давайте я вам помогу. Все равно дверь надо ломать. Жена бледная стоит, ни кровиночки в лице. Ну, собралась в последних сил, подошла тихонько к двери, спрашивает. Кто там? Путник! А кому вы? К вам! А чего? Не пустите ли переночевать? Она вдоль стенки сползла на пол затихла. Я говорю, мы бы пустили, да у нас холера. Очень хорошо, как раз холера, я уже переболел. Жена поднялась кое-как на ноги, встала вылитая мать в гробу. Ну, только глаза открыты. Один влево смотрит, другой вверх. Подошла тихонько к двери, спрашивает. Кто там? Путник запоздалый! А к кому вы? К вам! А чего? Не пустите ли переночевать странника с котомкой? Считай с ножом. И вот тут на жену как будто живой водой кто-то брызнул. Она говорит, в старину и замков на двери не вешали. Люди были добрее и честнее. Вас пустить переночевать, что ли? Да! И вот тут лицо у нее просветлело. Она говорит, милый, хороший человек. С удовольствием бы пустили. Да никого дома нет!